Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер. И сегодня, коль уж такой день полный форс-мажоров, интернета нету, на улице все забело, буквально все белым-бело, все дороги завалены, никто никуда проехать не может. Я сегодня, к сожалению, даже пришлось отменить стрим по блендеру, так что вы догадываетесь, в какой день я это записываю, потому что, ну, как говорится, интернета нету, стрим провести не могу, значит, надо что-то записать. Правило такое у меня всегда есть. И сегодня мы с вами, так уж получилось, повезло, что мне пришла одна прекрасная манга, которую я обожаю, а аниме по ней я еще больше обожаю. Я перечитал всю электронную версию, но я решил купить себе бумажный вариант, потому что если, к примеру, вся электрическая энергия пропадет, интернет пропадет, все пропадет, то можно будет хотя бы почитать. Итак, ребят, не буду тянуть кота за хвост. Касука Ода, путь домохозяина, бессмертный Тацу, к вашим услугам. Прекрасно, мне очень нравится работа. Здесь парочка бонусов небольших есть, и сейчас мы с вами ее рассмотрим. Итак, ребят, вот это самая манга, что нам с вами пришло. «Путь домохозяина» от Касуки Оно, первый томчик. Но прежде чем мы начнем ее с вами рассматривать, небольшая благодарность за комментарий. Комментарий рандомный взят. Нина Николенко написал как раз таки: «Это самый лучший перевод, как в старых фильмах. Ностальгия к нашему шортсу по коду Вероники в Genshin Impact». Нина, спасибо большое, спасибо большое. Итак, телефончиком пока убираем. Вот если что, комментарий зачитал. Все, отчитались. Итак, продолжаем с вами смотреть. Касука Оно, первый томчик. Вот такая вот бумажная хорошая обложечка. Касука Оно, перед вами первый том. Когда я показал его своей Сиба Ину, она отвела взгляд. Так трогательно, согласен. Итак, обложка сделана Уити Умедой плюс Рисуке Такзути. Он же Crazy Frost. Ну, реально, рисовка очень хорошая. Мне она очень нравится. Даже вот здесь красота. Издательство Remedia выпустила. Итак, на рисунке ниже один из членов Якудза, оставшийся после себя множество легенд в преступном мире. Его имя — Бессмертный Тацу. Он завязал с бандитской жизнью и выбрал новый путь. Путь домохозяина! Так было положено. Начало уютной и благородной комедии. Кстати, реально комедия очень прекрасна. И я даже больше скажу. Я с этой вселенной познакомился благодаря Netflix и его адаптации этой самой манги. А я видел ее электронную версию и скажу сразу, Netflix сделал, по сути, самую лучшую адаптацию, как и должно быть. Причем, насколько я знаю, адаптация проводилась вместе с создателем вот этого самого произведения. Поэтому я не понимаю, почему все так на Netflix разозлились из-за адаптации, которая была сделана реально грамотно. И вы сейчас это увидите. Мы с вами посмотрим несколько эпизодов, несколько страниц. Но прежде, «Путь домохозяина» — это пример японской комедийной манги, которая играет на противопоставлении серьезного образа якудзы и обычной повседневности, где такие обыденности, как поход за покупками, превращаются в забавный гэг. При этом оба эти противопоставления равноправны дополняют друг друга. Киноканал «Фан», о чем написал. Вот видите, даже «Фан» со мной согласен. Итак, смотрим. Что у нас? Для начала в набор входили вот сюда, также прикладывали к предзаказу в Читай Городе вот такой набор стикеров. Сейчас я домохозяин. Пакет не нужен. Так случилось. Главное — следовать инструкциям. Кажись, тебе не повезло. Классика. Ну и, причем, кстати, вот это тоже. То есть здесь все можно отклеить, наклеить вот сюда куда-нибудь. Я даже не знаю, может быть, взять что-нибудь из этого. О, давайте, кстати, я даже знаю, что мы с вами наклеим. Вот эту красоту. Знаю. Ой, камера. Ну давай-ка, камера. Ой. Извиняюсь. Камера решила немножко так вот сплагиать. Мы вот так вот ее вот сюда наклеим. Я считаю, что вот эту красоту надо держать при себе.
Главное — следовать инструкциям. Идеальный мем на все времена. Ах. Я считаю, что для меня это манга, которая по-настоящему достойна, чтобы быть здесь. Остальное мы, если что, с вами потом придумаем, куда наклеить. Итак, давайте смотреть с вами, что у нас здесь. Вот мне уже, кстати, нравится орнамент. Орнамент сделан в классических таких вот японских узорах. То есть и здесь, и здесь. Давайте, кстати, взглянем с вами на обложку. Полискура. Это, кстати, если что, аниме внутри вот этой самой манги, которая будет. Так, ладно, с другой стороны, дайте угадаю, скорее всего, пуля. Яйца, одна упаковка, 123 йен. Дешево как. Капуста, один качан, 100 йен. Обрезки японского... Не знаю, что из-за японского, но очень интересно. 330, видимо, с чем-то йен. Тофу, одна упаковка, 58 йен. Томат, одна упаковка, 249 йен. Бок. Бок, что... Не знаю. Префектура Вакаяма. Распродано. Так. Это, видимо, префектура, это как области, по сути, считаются. Ну, или районы. Гранд кофе. 480. Дорогой даже у них. Майонез. 280. А вот здесь, смотрите, точно такой же, кстати, классический орнамент, как и вот здесь на обложке. Только здесь вот такой в красных тонах. Ну, мне нравится. Очень красиво. Реально очень красиво, качественно и грамотно сделано. Так. Давайте смотреть. Вот посмотрим с вами первый эпизод. Вот так выглядит оглавление. Это начало. Я думаю, что все видели и рекламу манги, и... Если нет, то я оставлю ссылочку в описании на нее с хорошим русским переводом. Вам понравится, ребят. И, наверное, все видели первый эпизод первого сезона. Кстати, вышел уже в 21 году второй сезон. Рекомендую тоже всем. Итак, глава первая. Вот, реально, мне очень нравится, кстати, печать. Печать очень грамотно сделана, очень красиво, аккуратно, добротно. Традиционный японский бамбуковый нож. Кстати, такой я видел на Алике, на Алиэкспрессе такой есть. Думал себе заказать, но я взял себе немножко другой. У нас в городе тоже хороший. Бразильские варианты, кстати, ножи лучше. Но вот так, если хотите что-то такое хорошее, качественное для мяса, рекомендую. Заметьте, серьезный мужчина с расстегнутой шеренкой достает японский нож. Берет, убирает его за спину, одевается, одевает костюм деловой, одевает очки. Прямо как у ваших покорного слуги. Надевает фартук. Зявк. И начинает готовить. Заливает яичную смесь. Нарезает мясо. А, нет, это не мясо, это суши. Он суши завернул рыбу. Все упаковал. Готово. Что ж, ну неплохо. Дальше аккуратно уложил и фоткает. Ой, вот заметьте, каждый кадр, что был в аниме, по сути, сделан с хорошей адаптацией от каждой ситуации. Каждой ситуации ничего не упущено. И погнал сразу, заметьте. Убирать все. Все упаковывать. Все в специальный кейс. Кстати, у меня только один всегда вопрос. В таких кейсах он не... Хотя он как бы грамотно все упаковывает. Все плотно. Бент, оно, знаете, такое плотненькое всегда. Поэтому навряд ли оно там растрясется. Но немножко любопытно, оно там не будет трястись. Хотя он с такой своеобразной мягкой прошивкой такие кейсы делает для перевозки оборудования. Поэтому, думаю, проблем там с этим не будет. И забыл обед. Классика. Так, спрашиваю еще раз. Ваша профессия? Я домохозяин. Бессмертный Тацу. Ну да, нет, это домохозяин. Вот бессмертный Тацу. Легендарный якудза, собственно, разграбивший за одну дочь офисы десятка своих конкурентов.
Ну а что, че нет, лучше всех за раз, скидка зато хорошая будет на время. Но говорили, что после той ночи ты внезапно исчез. Ну а чё, конкурентов нет, можно и на покой пойти. Оги-купон. Заметьте, у нас так хорошо адаптировали, что даже вот здесь, в купоне, все можно прочитать. Дайте-ка я почитаю поближе. Глянем с вами, на что скидка. Скидка 15%. Одна с одной упаковки тофу. Это на тофу, то есть купоны. Это, знаете, как три купона отрывных. Слушай, ну это реально удобно. И вот здесь даже такой купончик отображен. И каждая глава, заметьте, каждая глава прорисовывается аккуратненько, так вот одинаково. Изготовление. Мне реально очень нравится. И опять же, заметьте, каждая глава заканчивается каким-то промо-материалом, то есть какой-то скидкой. Реально, очень грамотно сделано, хорошая подача. Вот, кстати, заметьте, сейчас я домохозяин. Это как раз-таки вот отсюда, видите? То есть они взяли, по сути, каждую главу из какой-то главы, такую хорошую. Но это реально, это можно разбирать на цитаты, ребят. Из этого, вот я бы хотел бы вот такую. Насилием не уберечь дорогих тебе людей. Вот я бы хотел бы такую. Читай город, если вы когда будете отправлять мне томик второй, обязательно сделайте вот эту. Я хочу вот эту. Вот это, вот я ее прямо вот сюда наклею. Хороший будет повод. Реально. И вот заметьте, кто смотрел первый сезон, вы сразу узнаете вот это. Это было там. То есть это когда кадры были переходы между мини-эпизодами. Очень грамотно все сделано. Вот, кстати, опять же, если вот здесь посмотреть. А вот это, кстати, вот этого эпизода не было. Вот жалко, конечно, как Тацу улетает к одним из своих конкурентов. Все в панике за ним бегут. Вот это было. Хватай это. Это было. А, был другой эпизод, вспомнил. Просто много чего перечитал. Но вот этот эпизод был по поводу хватания свитера и варежек. Распродажа — это настоящее поле боя. Действительно, недооценивать домохозяев. Ребят, вот это тоже сделайте, пожалуйста. Ну и вот, можно на каждую страницу, по странице стикеров, ребят. Ну это реально стоит, это стоящее. Реально, вот это очень красиво сделано. Это, кстати, очень тоже трогательно. Вот это еще посмотрел, реально очень красиво сделано. Ребят, я доволен приобретением. Кстати, вот этот продавца обожаю. Вот этот продавец мне вот в этом аниме и в манге, он напоминает моего старого товарища. Вов, если смотришь, вот прям на тебя похож, вот серьезно. Внешне очень на тебя похож. Вот очки только добавить, вот круглые, вообще прям не отличишь. Реально красота. Кстати, мне очень нравится еще то, что в аниме передали полностью всю информацию, в то время как в манге, конечно, здесь немножко так вот закрыли. Но это типа как пустой шум для Тацу, но ему достаточно. Но потом он так вот взял, заткнулся. Деньги я принес, да, и живо тащи товар. Ой, классика. Но это день рождения, Мико. С днем рождения. Может, вот это тоже? Реально, ребят. Вот, ребят, сколько я не пересматривал сериал, сколько не перечитывал электронную версию. Я каждый раз вот прямо радуюсь просто просмотру. Это вот, наверное, я рекомендую всем. Кстати, опять же, ребят, небольшой такой лайфхак. Тацу реально очень много таких хороших советов дает. В одном из эпизодов, когда он со своим напарником... Я не зря чайник достал. Он... отправлялся в магаз. По-моему, здесь даже это есть. Сейчас мы с вами даже найдем этот эпизод.
вот эпизод с чисткой. Там. Ну ладно, вот это вот передать было немножко сложнее. Но опять же, все грамотно так сделано. Ой, простите, председатель, я облажался. Можно мне вот это тоже в качестве стикера? Красота. Как насчет сладенького? Ребят, я просто реально наслаждаюсь. Реально настоящая красота. Грамотно все сделано. Вот хорошая печать. Прекрасно. Кстати, реально, на ощупь тоже бумага очень прекрасная. Мне очень нравится. Супер клей. Кстати, а вот это вот не было в аниме. Но Ника нашла решение, как ее починить. Кстати, надо тоже кое-что починить. Так. Путь домохозяина. Смело. Смело пробуйте наши простые DIY у себя дома. Неплохо, очень хорошо. Реально, очень хорошо сделано. Do it yourself. Сделай это сам. То есть сделай самостоятельно. Кстати, реально, вот хочу такой же мемчик. И сам же должен с ней разобраться. Ты сам ввязался. Реально, вот мне реально это все нравится. Очень грамотно сделано. Идеально подойдет для стула. Думаешь, мне реально нравится, как сделано. Очень хорошо. Убедитесь, что рядом никого нет, если вы наконец-то решились распилить доску. Татсу, ты обожаю. Он такой сдержанный. Неужели домохозяин якудза — это две стороны одной медали? Вот это было. Это было в аниме. Это я в магазинах со своей... Это я, это моя жажда покупать все. Нельзя. Нет, ну реально, мне очень нравится, как грамотно все сделано. Сейчас будет, наверное, мой любимый. Во! Я пугаю людей. Такое... Как такое возможно? Еще как возможно? Ну, не знаю. Как по мне, вполне такой стильный, хороший парень. Так что это все ложь и клевета. Ребят. О, шикарно. Вот это, кстати, ему больше всего подошло. Мне понравилось. Хотя вот это на Гавайях ему неплохо подошло. Эх, красота. Милота. Нет, реально, вот мне... Очень понравилось. А вот, кстати, вот если кто смотрел озвучку от аниме Воста, то вы, наверное, знаете, что вот здесь, конечно, вот тут они некорректно перевели. Тут мальчишка просто сказал, эти двое странные, но... А, там было сказано, эти какие-то чудаки. Но они не чудаки, они просто странные. Это немножко разные вещи. Вот, опять же, это мы помним. Ох, пошел гулять. Вот опять же, эпизод с собакой тоже был. Ах. Таков путь массы. Кстати, таков путь массы, он был во втором сезоне. Им же и закончилось. То есть, получается, два ключевых эпизода, они были позже. Пан или пропал. Ник такому обрадуется. О, а вот этого, кстати, не было. Вот этого не было. Причем, кстати, в электронной версии я такого тоже не находил. Давайте тогда с вами посмотрим, что это такое. Даже мне любопытно. Я знаю, я обычно стремлюсь, так сказать, сделать такой простой обзорчик. Но давайте взглянем. О, это же из милашек полицейских. Мику такому обрадуется. И... Так и знал, что тут будет мало народу. Здесь еще могла остаться секретка. Эй, так-то я... Кстати, в связи с ростом популярности аниме, уровень конкурентной способности...
конкурентоспособности подсных гача автора. Вот здесь немножко вот не дописали, конечно, расчет. Если мне бы удалось найти это местечко, рост популярности также влияет на стоимость тайтла, качество, значит, цензуры. Но это получается, но это сделано, скорее всего, так, потому что наш главный герой пропускает это все мимо ушей, ему это не нужно. Достать эпичный кошелек, открыть эпичный кошелек и вложить все деньги туда. Улыбнется ли мне фортуна сегодня? Пан или пропал? Чпок. И что это? Бесполезный персонаж из Пулемона. То еще дно. Вот отцов ведь будет их объединять. Это, видимо, специально сделан был эпизод для... Как вам объяснить? Для предзаказа. Потому что в электронных версиях я такого не находил. Либо там было не все. Так. Но бой еще не окончен. Итак, смотрим. На этой гаче фиксированный ассортиментный коэффициент. Секретка выпадает примерно 5 раз из 50. А значит, если я 10 раз... Кажется, тебе не повезло. Ой, ребят. Кстати, главный след инструкциям было в разделе, когда они табуретку делали. Этот момент я помню прекрасно. То есть, видите, все, что было здесь, вот в этом, они брали отсюда. Жалко, конечно, что они не сделали еще парочку. Ну, однако, нельзя считать, что все сейчас произошло бы напрасно. В определенном смысле я собрал данные, которые я смогу применить в следующий раз, и тогда я точно вытащу нужную. И правда, я соврал, когда сказал, что все в порядке. Однако, действительно, собрал данные, будем считать, это был мой первый ход. Ну, я, правда, в порядке, но мне пора. Не унывай, паренек. Вот это я бы еще хотел бы в качестве стикера. Но главное, следовать инструкции, это навсегда. Это навсегда. Ой, красота. Спасибо, что дочитали до конца. Ну, вот она такая вот, путь домохозяина, ребят. Я надеюсь, что вам понравился такой вот небольшой разборчик. Вот такой вот он, путь домохозяина, ребят. Надеюсь, что вам понравилось. Лично моя оценка выпуску из «Читай город» 10 из 10. Очень грамотно, спокойно, красиво, лаконично. Конечно, хотелось бы побольше плюшечек, не знаю, там магнитик какой-нибудь. Реально, было бы очень здорово, к примеру. Но, с другой стороны, мне понравилось, что они опять же вложили вот такие стикеры. Теперь вот один будет красоваться у меня вечно в ноутбуке. Реально, красота. Понравилась рисовка, понравилась обложка. Не цветное, но в этом даже лучше, мне кажется. Потому что это очень красиво, это очень все грамотно сделанное. Вот главное, что обложечка такая вот хорошенькая, вот бумажная. Лично я буду это вот хранить и даже буду передать себе в поколение. Вот знаете, ребят, если, наверное, кто и будет конкурировать со семьей шпионов, это путь домохозяина. Тацу лучше всех. Рекомендую всем, это очень умный мужик. Что ж, ребят, ну а с вами был Вескер. До скорой всей встречи. Если понравилось, ставь лайк. Ну, увидимся в следующем эпизоде, ну или на следующем стриме. Как повезет. Удачи! Да, кстати, ребят, я не забыл про наш чатик. А знаете, почему я не делал акцент? Вот эту штучку для чаинок Тацу в свое время предлагал. Точнее, он предлагал в магазинах тысячи мелочей, что для каждой вещи есть свое предназначение. Я прислушался к нему, и в одном из таких магазинов я нашел такую металлическую штучку, вот эту, которую я сейчас показал, куда можно положить одну ложечку заварки для чая. И можно вот так сэкономить на чае. Это реально работает!